Сегодня у нас 3 февраля 2019 года. Вот въехали как раз с епархии. Кое-кто. Виктор Андреевич идет. Миром, Виктор Андреевич. Вот сестра наша Лариса стоит, Теремова. Правда, архиерей не выходил? А я не видел, не какой-то видел. Вышел. Ба, наверное, батюшка просто. Ну да, это этот вышел, деком. Понятно. У нас, видишь, тут ни света, ничего нету. Ну да, не понятно. Немножко. О, миром. Ага, да как что, лампочки-то нет. Я закрою. А что, его нету? Сус, смотри, открывай. Оторви пока. Присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже еси на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам дни, и все остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого.
Яко Твоє є царство і сила і слава, Отця і Сина і Святого Духа, нині і присно, во віки віков. Аминь. Уст Твоих, яко же светлость огня воссиявший, благодать вселенную просвети, не серебролюбие, мира и сокровища снизка. Высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словесы и наказуя очи, а не готовусь и молей, Слово Христа Бога, спастися душам нашей. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес, приялась и божественную благодать, и Твоими устами все учишь и поклоняйтесь от Троице единому Богу. И Ани, Златоусте, все блажения преподобнее, достойно хвалим Тебя, сибо наставника ко божественной являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан, непостыдное ходатайство ко Творцу непреложное, не предвежных молений глаз, но при дворе, ко благая на помощь нас верно зовущие, и ускори на молитву, почися на моление. Предстательствующая присно Богородица, чтущий Тя. Господи помилуй, 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 Господи помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим, без исцеления Бога Словоросшую, сущую Богородицу Тебя величаем. Именем Господним, высокопреосвященнейший Владыко, благослови. Воскресе изберту Христос, истинный Бог наш, молитвами пречистая Своя Зя Матери, святителя Иоанна, архиепископа Константинопольского, Златоустого и всех святых, помилует и спасет нас, яко благо человека любит. Аминь. Так, тихонечко. Какая у нас теперь? Ну, на трапезную. Заходи. Направо. Нужно это. Не нужно это, не нужно, не нужно. Туда обойди с той стороны. Вот это вот. И вспышку сделаю.
Травяной чай с Богородской травой, с лимоном, с да, виновата чая. Он с той стороны зайдет, тоже сделает. Стаканчик дайте, что-то. Дайте, что стакан.